Доброе утро, я с Украины. Ребят, у вас, наверное, вечер. Сейчас посмотрим, что там Ника делает. Ее нет. Ты меня увидела? Да. Ничего себе, что ты делаешь? Угу. Как ты меня увидела? Я мелькнул, да, там? Блин, с меня херовый, короче, спецназовец. Ты помнишь, делаешь заимку. Не бойся. Знаешь, как страшно, блин, стоишь потом в зеркале. Класс, на улице. Ничего себе. Вот это ты тут жаришь, варишь. Надо хлеб купить, пойти. Ой, сколько мусора у нас. Хлеб купить. Я пойду в майонез, да? И мороженое. И мороженое. Мороженое просила вообще. А у меня тоже обычные стаканчики, а только посмотри, какое это цветное. Розовое, зелененькое, желтое. Чтобы пломбирка была цветная. Да? Ребят, пошли с Виталием в магазин. Скупляемся. Покупаем все по чуть-чуть. Воду обязательно, потому что сейчас у всех хлорированная вода. Я вот это пил, вот такой без сырочек взял. Ну его, наверное, даже в пакетик, да? Боже, сколько тортов, блин, вот этих всех вкусных. Мама, не горюй. О, бля. Боже, насколько мы купили, блин, нет? Да, я покажу, ребят. В общем, вот. Целые, я не знаю, здесь целый ящик. Здесь вот целый ящик энергетика, ребятам. Прямо вот. Туда, наверное, все. Да здесь тоже ящичек. Все, да? И еще, по-моему, кола. Или... И, а еще там одно. Пакетик там тоже. А ну, сейчас я посмотрю, что там. Я уже не помню. Там пепси и... А, еще тут пепси. Ё, блин. Колу нашли, ребят, у нас сейчас с колой проблемы вообще. В общем, вот так вот все, ребятам, вот помощь такая. Это помощь от Жени Кравченко с Финляндии. Парень, который реально помогает нашим военным. Вот мы, он прислал денежку, мы покупаем это для медсестер, да, там, на фронт. Потому что просят, чтобы надо не спать, ребята, вот такие вот все вещи. Мы покупаем. Два ящика взяли энергетика. Red Bull они нашли, только одну банку, по-моему. Но взяли Red Bull другой. Мы еще вот такой брали Red Bull. Вот такие. Короче, пипец у нас здесь. Ой, вот так вот мы целыми днями с Виталием ездим, 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 ездим. Целыми днями покупаем, покупаем. Отвозим, доставляем, сортируем. В общем, есть чем заняться. Ребята, несу. Вкусняшки. Ого, боже мой. А где чистая рабщина? Девушка, здравствуйте. Привет. А сделайте потише музыку, пожалуйста. Настя. Воду. Там, конечно, нельзя. А, тебе нельзя поднимать. Вы убирай эту бутылку. Молодец. Угу. Держи. На, разбирай. Я люблю, mm-hmm. когда разбирают пакеты. Много всего. Это что? Mm-hmm. О, что это может быть? Семечки! Не да знаю, соленые? Наши не соленые. Нигде не написано, не соленые. Да, это не соленые. Да? Это бананчики малый суп. Да, но я зелененький взял. Там. Майонез. Майонез купил. Mm. Что такое маленькое? В смысле? А что ты сам не знаешь? А что, денег много, Ника? Денег много, я серьезно говорю. Денег много? Ну да, блин. А что, а в чем разница? Ну еще майонез, ну такой и такой купил. Я ж поняла по минималке, я уже, ну, реально, бабла мне. А не было цветного. Ты дивися. Ты вот это на работу пойдешь уже, там будут деньги. Понял. Я и такой, такой купил, видишь? Какой захочешь. Ты звучанка. Ты просила белое, я купил белое. Я
Я просила вообще-то пломбир, ну, чтобы он был цветный, розовый, жёлтый. А, нет, не было такого чтоб мороженого. Я бы взял бы, не было. Я же наказала Билла, я же сказала, чтобы он цветный был. Чтоб... Я понял, понял. Ну, не было, не было. Чу? Хорошо. Может, ты же берешь такой? Нет, я смотрел. Смотрел? А тут что, кто-то приходил, тут тумбочек, и табуреток стоит. Я убираю. Не просто на ребят, все очень вкусный хлеб и что. То, чтобы я уже не просила, да? Ну да. Это же малюку. Малюку. Это же не Ники, а малюку. Да? Да. Ты же малюка кормишь? Да. О, нет. А что это такое? Я думаю, что... Давай, посмотри. А что это такое? Такое аккуратненькое, оно может вылезти. Вот хорошо, что ты ему на сейчас смотри, мне про аккуратно. Это сказал, Даня. Ну что это такая добрая? Ну открой, посмотри. Открой, что его надо открывать? Да. Конечно, аккуратненько только открывай. Я боюсь. Не бойся. А открывай, открывай. А что это такое? Ты что, никогда не ела? Горячее с сыром и солью. Нет. Да нет, ты серьезно говоришь или прикалываешься? А ну попробуй. Попробуй. А сыр... Тут богато сыра. Ну попробуй. С сыром и солью. А где ты такая взял? Угу. Вкусно? Угу. Будешь такое есть? Угу. Очень вкусная кукуруза. Горячая? Угу. Я ее старался довести. Первый раз так и бачу. Ты не кушала никогда горячую кукурузу с сыром? Угу. Ну, видишь. Что понравится, это моя любимая. А вот это такая? В сельпо. Прямо так? Выделяете стаканчиком? Да, не, это готовят. Готовят, насыпают. Прям при тебе. О боже мой, здесь, блин, дискотека, короче, как всегда. Это пипец. Я вырубаю этот бред здесь. Как можно? Как свет вообще-то говорил в маленьком. Я видел, это я сейчас включил. Ладно, разливать не буду. Ну что, ты за Марс в курточке? Человек нет, жарко. Хорошо. На улице жарко. Жарко на улице? Да, так реально жарко. Ребята, вы все писали там, что видео я спалил в предпоследнем видео или в последнем еще плюс видео я спалил лицо Ники, Лера хотел сказать. Спалил лицо Ники и несколько типа... Несколько раз причем сказала, что да. Расходимся. И первая ты, да, сказала? Угу. Ты нашла ж, да, первая, когда смотрела, по-моему? Да. Ребят, ну спалил, значит, так спалил все-таки. Значит, так было задумано. А чтоб... ты кажешь, что ты специально это сделал, что я не хочу показываться, а ты специально снимаешь. Ну так, никто не поймет. Все так было задумано. Так что, ребятки, ну, все четко тебя еще никто это не видели. Все, конечно, спасибо большое за комментарии, ей очень приятно. Приятно? Конечно. Пишут ей очень много, что вот она хорошая, красивая девушка. Там, все ее добрыми словами. Спасибо всем огромное, что никто не оскорбляет. И видели в ней действительно хорошего человека. Счастья мне желать, здоровья. Да, это очень хорошо. Да, это очень хорошо, кстати. Это вообще это супер. Спасибо всем большое. А, когда Ника появится, ну, мы уже решим, когда вы уже ее увидите. Посмотрим. Я думаю, что до родов по-любому увидите. В общем, смотрите в каждом видео, потому что в каком-то из видео она может просто уже появиться. А может и не появиться. Все зависит от Ники. Вкусно? Да? Я изначально вообще думала, что это якось кофе. Ебас, ебас. Тебе не стыдно материться? Вот серьезно, не стыдно материться? Я пою песню, которую пели... Кто? Ну. Кто тебя так воспитал? Ну, которое видео, которое ты мне показывал. А. Ну, ты это вырежешь. А, просто. Пацаны? Что вырежу? Что вырежу? То что ты материшься? Ты тоже материшься. Я тоже матерюсь, но иногда, а почему иногда попадаю. Что только я матерюсь. Не, я тоже матерюсь. Я... Давай вместе заматеримся. Давай ты первый. Давай. Угу. Что будем? Какой мат будем? А какой ты хочешь? Ну, а мне все по ху-ху. А тебе? Допи? Да? Ну, так скажи это. Не буду. Рада, довольная. А, блин, мороженое есть. Где взяла? Купила. Сейчас я разверну. Ребята, сколько дней это стоит? Один. Не стыдно? Нет. Я же не вру. Ребята, я сейчас буду это все мыть. А ну давай, давай, я даже готова поснимать, да? Так я буду мыть? Да. Тебе не стыдно? Нет, мне не стыдно. То что я буду ты мыть? Ты помогаешь своей беременной женщине. Да слушай, блин.
Это твоя обязанность, что я должен это говорить? Значит, ты в отдел вообще не собирался этим чем мыть? Не, я буду мыть, но если, ну а кому, если некому? Я помою обязательно. Давай. Тебе не стыдно? Скажи, вот ты так умеешь мороженое есть, больше ты ничего не умеешь. Ну как так можно? Я, ну, насчет, что за женщина? Я насчет твоего ребеночка. Мне я надо, понимаю. Мне надо баланс и гармония. Я здесь сейчас такой баланс и гармонию делаю. Твоя баланс и гармония — это вот здесь. Вот, вот. Вот это баланс и гармония. Не, мой баланс и гармония — это где-то в Турции. Нет, да я могу помыть, я и так всегда все это мою. Безалкогольный коктейль там. Боже, нет, да? Все чашки пустые остались. Так у тебя 3 чашки и 3 тарелки. Там, ну, вообще, да, немного. Получается, 3 тарелки и кастрюля, и а все. А то люди подумают, что у нас... Воды купили, ребят, все полностью хлорировано, и, блин, хлеб есть. Да, в принципе, так все есть. Тоже мороженое хочется. Ты мне оставишь там мороженое? Вот это вкуснее, да, мороженое, чем то? А нет, вот то вкуснее. Еще да? Ну, это мое уже, ха-ха-ха. Так что, блин, ну, это Ника. Это здесь нагадила Ника. Угу. Птичка Ника, я ее назову. Зато в комнате чисто, в коридоре чисто, в ванной чисто. Нет, там, да. Все кроссовки, ребят, постирала мне, серьезно. Все выстирала, она мне целый, ну, наверное, полдня она мне выстирывала, все полностью вымывала. Все кроссы, сегодня эти я одевал. На балконе она там все поперестирывала. Короче, вообще все пары. Сколько пар было? Штук 5-6? Подышу. Больше? Да. Ну сколько? 8? Штук 7-8. Это все, что остались. Что? А, я ногу засидел. Я ногу засидел в туалете. А я просто ночью застояла. Дай сейчас посуду помою. Я уже помыла, спасибо. Ты уже помыла? А ладно, то я помыл. Ну ты умничка. Ничего себе! Сейчас помою. А, вот это вот. Я уберу, Жень. Ты, а? Иди покажи лучше, что убрано. Иди, сходи, а в туалет. Покажи помытый туалет. Покажи помытую раковину. Покажи помытый душ. Покажи на балконе выдрадите твои кроссовки. Покажи вы комнату твою вымыть. Что ты не показываешь? Иди, ой, покажи. Как она расстроилась. Тихо, моя булочка. Показываешь. Моя булочка. Ну все, все, все. Тихо, погано показывай. Ну все, ну успокойся. Ну, все. Ну, хорошего ничего не показываешь. А потом все мне кажут, что я зачухана. Не убираю и ничего не делаю. Ну смотри, какие. Потому что ты меня такой показываешь. Ну конечно. Хочешь меня такой бачить? Нет. А чого ти мене такою показуєш усі? Ну, я по факту чого показую. Чого ти не підеш? По факту? Ти по факту любиш тільки погане показувати, да? Ні. Я да показую все хороше, да. Показувати. Я показав просто, що 2 дні посуда лежала і все, що до такого. Угу. Ну, не 2, 1. Сутки. Та мені все одно, хоч хай хоч тиждень розказуєш, тому що воно. От тебе добре слово не дужди. Що ти варіш? А, ці вареники, да? Ну, пойдем. Вареночки. Чего? Ты меня расстроила? А? Кот. Что ты тебе гадости любишь? Да я никогда на тебя по гадости не говорю. Ты что? Я наоборот, ну, блядь. Уже ты всегда стараешься меня плохо выставить. А это неправда. Правда. Да ну, блин. Ты не накручивай себе. Не пытаешься заступиться за меня, только пытаешься наоборот сделать. Я всегда делаю тебя хорошим, не надо, не надо. Специально говорить. Показываешь, чтобы это для чего? Чтобы меня похвалили, ты показываешь? А, ну, ну никто же не осудит. Не, ну, никто не осудит? Ну, а что ты такого? Ну, поругаю чуть-чуть. Люди только ждут, чтобы повод какой-то был, чтобы про меня гадость сказать. Да? А ты только и подкидываешь эти поводы, чтобы я сидела и слушала, какая... Чума и все остальное. Ты думаешь, обо мне не говорят, какой я чума? А ты себя не выставляешь поганым. Почему? Ну так снимай меня. Mm-hmm. Бери камеру, снимай меня. У тебя есть айфон, снимай меня. А ты что? Mm-hmm. Такой же самый буду, и ты думаешь, ну я чем-то лучше. Ты не выставляешь себя никогда поганым. Ты только хорошим себя выставляешь. Ты других любишь выставлять поганым. Да? Mm-hmm. Всегда так делаю. Хорошее ты не показываешь. Ты не показываешь, что я... до тебе там приїжджаю з сумками, да, через правда. Да, не показуєш, не кажеш, що я на своєму беременному горбу про одну сумку, про другу сумку. А я тобі не дозволяю цього робити, а ти береш і робиш.
И тут не права. Ну, потому что я не разрешаю тебе. Блин, это так смешно. Вообще. Да нет. На самом деле, у меня нету даже цели тебе сделать плохо. А зачем? Ну, потому ты мать моего ребенка. Почему я должен делать... Что ты всегда стараешься мне плохо... Нет, тебе так кажется. Ты просто не понимаешь, что я видеоблогер. Ты еще не понимаешь, что это такое. Это совсем другое. На других частях ты так не выставляв. Ты всегда старался их выставлять в хорошем свете. А мене стараешься... Я выставляю все. И в хорошем, и в плохом. Я обязан показывать всю свою жизнь. И обязан показывать, какая она есть. Но тебе же интереснее показывать там, где я не права, правда? Нет, это мне интересно показывать свою жизнь так, как она есть. Да, ты что? Вот на самом деле, как она есть. Не так, что у нас... Знаешь, как кажется? Знаешь, как плохо? Что люди показывают, когда у них все хорошо. А все скрывают, да, когда все плохо. Говоришь? А я выношу ссор с избы. Я, блин... Сру там, где срать нельзя. Ты знаешь, я тебе хочу сказать. Ну, скажи. Я тебе хочу сказать. Давай. Ты изначально за собой начнешь следить. Хорошо, я знаю. Я знаю, что у меня так же сама проблема. Бери меня и снимай. Ё-моё, в чем проблема? Че мне показать? Надо было, наверное, мне тоже показать, как мусор стоял 3 дня и не выбрасывал. Да, без вопроса. Я должна на своем беременном грунте. Нет, я. Нет, я виноват в этом. Я же ничего не говорю. Ник, я без проблем. Можешь я показать, как я приезжаю до тебя в холодильнику? Иди сюда, покажу. Давай. Сейчас покажу, как у тебя денег нема, да? И попробуй только это вырезать и не вставить. Хорошо, что я давай. Показывать. Давай. Ты же рассказываешь, что у тебя нема денег? Хорошо. Нету. Нет, ну ты скажи, ты кажешь, что у тебя плохо с деньгами, да. Плохо с деньгами. Да. Пропало раз, пропало два, пропало три. Що мені за цим робити? Срок годності вийшов 8 числа в сусідок, сьогодні яка, 16. Пропали, оце отак у тебе плохо з деньгами. Ну то потому, що ніхто не їсть. Ніхто не є. Так ти ж розказуєш, коли я вдома, ти кажеш, тобі нема чого кушати, ти бідний і нещасний, да? Знаєш, люди так плохо не живуть, а це як ти живеш. А це хтось у тебе вибрасує, скільки їди? А мені треба йти вибрасувати це. Да, це все скисло. Представь собі. А ти відкривала, пробувала? За 8 число, Жень. Ти... Я ну і що, ну запечатано. Ну я можу тебе накормити, якщо ти отравишся, потім, то потім не кажи, що це я тебе сосисками накормлю. Ну собак тоді, блін, покормлю. Може собаки будуть. І ти розказуєш, я сижу вдома, да, Женю? Я приїжджаю, прошу Женю, Женечка, там стоїть суп. Він пропав. Вибраси, пожалуйста. Вилий. Ти мені кажеш, да, Ніка, хорошо, ок. Потім по ітогу Ніка приїжджає через місяць, відкривав холодильник, там завелась нова життя. Кастрюлю відмити невозможно, тому що Женя лінивий. Йому тупо лінь було в падляк піти і вилити суп. Ну все, наговорила на мене, довольна? Привезла ему на своем огурку. Жалуется, ребят, жалуется. Она, наверное, в детстве жаловалась. Огурки. Ты в школе тоже такое жаловалась? Огурки с помидорами. Пропали огурки с помидорами. Не куплені, Женя, отам на базарчику, а посажені, ага. Собрані, сложені тобі в баночку і привезені тобі в сміл. Хорошо, суп. І пропали. Я знаю. Смотри, суп стоїть или лежит? Стоїть. В холодильнику стоїть. А чому должен суп стоять? Задумывалась? А мне так хочется. Чтобы он стоял? А мне так хочется, ты решил уже и долго... Тебе было близко слово «стоять»? А тебе нема, это ты решил тему перевести так грамотно, да? На моем неграмотном слове, да? А то ты все правильно у нас расскажешь. Не, не надо, не надо, не надо. Ты так и правильно... Я думаю, плита останется чистая. Ну ти ж не забудь, ти ж не забудь не показати, як я її помию, хорошо? Не забудь не показати, як у мене чисто. Ти ж завжди показуєш тільки там, де в мене не вибрано. Хорошо. Це ж не дождешся, щоб ти показав, що в мене щось вибрано. Ребята. А потім всі на мене будуть писати гадості. Ніхто не буде на тебе писати гадості, потім будуть, тому що... А потім будуть писати гадості, як пишуть, що я погана. Ні, на самом деле ти не плохая. Ти дуже хороша. А потім пишуть, називають мене неряхою. Приємно тобі, що мене так називають? А мене? А тебе ніяк не називають, тобі кажуть, що ти молодець. Тому що я знімаю. І тобі кажуть, яка тобі попалась погана дівчина. Давай ще заплач, я все знаю. Все, не хочу. Давай, плач ще, заплач. Тому що в мене і так гармонія, а ти мене доводиш. Та ніхто тебе не доводить, ти сама плачеш. Тому що.
Не надо, ты сама себя... Ты всегда стараешься меня выставить погано. Ты еще не понимаешь, что это жизнь снимается. Ну да, хорошо. Я не могу показывать только все хорошее. Ну а чего ты не показываешь? Чего ты не показываешь, когда у меня убрано? Чего ты показываешь только тогда, когда у меня убрано? Я показываю, когда убрано, когда ты убираешь. Показываешь. Показываешь только тогда, когда у меня убрано, когда у меня грязно. И показываешь, когда у меня убрано. Ой-ой-ой, все, хватит, все. Не хочешь, не есть. Да что ты, блин, сразу это все, иди, успокойся. Все, успокойся, пожалуйста. Это жизнь, надо привыкать. Ну, если ты хочешь сниматься видео в Ютубе, надо показывать и хорошее, и плохое. Не может быть все хорошо. Назови канал Женя Хороший, Ника Плохая. Хорошо, я назову канал Ника Плохая и Женя Хороший. И все. Все. Просто привыкать надо, это все, жизнь. Хорошо. Она не складывается со всего хорошего. Жень, все, люди всегда скрывают все плохое, а я показываю эту жизнь такая, какая она есть. Хорошо. Я не могу ее скрывать. Хорошо. Все? Да, все хорошо. Все. Ты видела? Не кусь. Нет, стою, привыкаю. Привыкай, ну просто я тебе серьезно говорю. Ну все, надо все пока. Почула, бери надо. Телефон, снимай меня, Господи. Надо по 10 раз.